Жуткие кадры, курсирующие на просторах интернета, позволяют с уверенностью заявить – клещи активизировались. На видео мужчина, чье имя осталось неизвестным, демонстрирует количество вредителей и уточняет – с себя он снял 8 опасных кровопийц. Клещи немерено. Любую веточку берешь и руку подносишь, они прям с них сразу активизируются. Клещи являются переносчиками клещевого энцефалита. Это вирусное заболевание, которое поражает головной и спиной мозг в течение 24 часов. Грозит непоправимыми последствиями для здоровья, а в некоторых случаях может привести к летальному исходу. Лучшим способом профилактики остается вакцинация. На сегодняшний день в нашем учреждении есть вся доступная вакцина. Для детей у нас имеется вакцина Клещевак, для взрослых Энсовир. Применяется она в виде прививки внутримышечной, вводится двукратно между первой и второй прививкой, интервал в среднем 2 месяца, но допустим от 1 до 7 месяцев. Необходимо будет сделать ревакцинацию через год и потом каждые 3 года проводить вакцинацию. Если клещ присосался и вы его обнаружили на своем теле, то паниковать не стоит. Для извлечения лучше прибегнуть к помощи специалистов и обратиться в ближайший травмпункт. Если такой возможности нет, то от паразита необходимо избавиться самостоятельно, используя специальное приспособление – выкручиватель-клещевертку. Применять масло, крем или жир категорически запрещено. В этом случае исследование клеща будет невозможно. По новым санитарным правилам и законодательству, приказу Министерства здравоохранения Московской области 287 от 8 апреля 2022 года у нас обследование, исследование и доставка клещей производится за счет пострадавших. Поэтому, чтобы избежать лишних затрат, убедительная просьба задуматься о профилактике. Не меньше людей от клещей страдают и домашние животные. С апреля по октябрь будет не лишним проверять шерсть на наличие паразитов после каждой прогулки на свежем воздухе. Особенно нуждаются во внимании живот, внутренняя часть лап, места вокруг подушечек, около шеи и под хвостом, а также уши и морда. Защитить любимца от паразитов можно с помощью таблеток, капель, спреев и ошейников. Камила Клиновская, Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.